Но если мы без Бога, мы никто. Потому что только в Нем есть жизнь. В Нем есть свет, в Нем есть надежда. Это Он нас родил на эту землю. Это Он создал каждого из нас. Это Он дал нам возможность родиться. Это Он дал нам возможность прийти в мир и прожить до сегодняшнего дня. Господь, мы поклоняемся Тебе сегодня. Господь, мы осознаем свою слабость без Тебя. Мы осознаем свою нищету без Тебя. Мы осознаем свое бессилие без Тебя, Господь. Мы нуждаемся в Тебе. Слово Божие говорит: блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Отец, стань нашим Богом. Господь, пусть все боги земли, пусть все ложные боги, они уйдут из нашей жизни. Пусть все ложные боги, они уйдут из нашей жизни, мой Бог. Мы славим Тебя. Мы превозносим Тебя. Я без Тебя иссохший источник, сухая земля. Я без Тебя, как птица без крыльев, я без Тебя. Я без Тебя, как странник в пустыне, не знаю пути. Я без Тебя, жизни источник, не в силах найти. Давайте еще раз проявим эти слова. Я без Тебя, иссохший источник, сухая земля. Я без Тебя, как птица без крыльев, я без Тебя, Иисус. Я без Тебя, как странник в пустыне, не знаю пути. Я без Тебя, жизни
Thank you.
мы читаем в Библии о жизни Иисуса, есть одна такая история. Написано, что однажды, когда Иисус увидел народ, Он зашел вместе с ними на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверши уста Свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вы знаете, вот эти слова, друзья, на самом деле, они очень простые, они очень понятны для многих людей, но в то же самое время, вроде что здесь сложного? Блаженны нищие духом, их есть Царство Небесное. Тут все понятно, простое предложение. В одном предложении нужно быть нищим духом, в другом у тебя есть Царство Небесное. Но вы знаете, друзья, все люди искали всегда и ищут Царство Небесного. Все люди ищут, потому что Царство Небесное — это мир, покой, это радость. Это вот та совершенная радость, в которой мы нуждаемся. Это та радость, кстати, которую вы пытаетесь найти в семьях. Та радость, которую мы пытаемся найти в детях. Та радость, которую мы пытаемся найти в настоящих друзьях и так далее. Мы все это пытаемся найти. И Бог говорит, что таковых есть Царство Небесное. Но перед этим Он говорит, ну есть одно маленькое-маленькое условие. Он говорит, блаженный, то есть радостный, получат это Царство Небесное только те, кто нищие духом. Что такое состояние быть нищим духом? Быть нищим духом, друзья, это означает, когда человек осознает, что то, что у него есть сегодня, пусть даже оно и хорошее, пусть даже оно и классное, но этого недостаточно. То есть состояние нищим духом, друзья, это когда человек способен стать на колени в своей жизни. Быть нищим духом — это когда человек осознает, что, находясь в состоянии ссоры или спора, даже он, пусть даже он и прав, но он настолько готов, он настолько нищ, он настолько осознает свое несовершенство и неидеальность, что он готов попросить прощения. Не потому что он не прав, а потому что он осознает, что он тоже может быть неидеальным. Вы знаете, нам вот этого не хватает. Мы все ищем мира, но мы забываем о том, что можно быть нищим духом. Мы ищем то, что мы хотим получить. Мы забываем. Все очень просто, друзья. Это все нарастание одной вытянутой руки, одного шага, нищим духом. Дальше он говорит, блаженны плачущие, ибо они утешатся. Мы нуждаемся в утешении, но не способны плакать. Вы поняли? Мы нуждаемся в утешении часто, но мы не способны плакать, мы не способны открыть свое сердце перед Богом. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня, сейчас, когда будет продолжаться поклонение, давайте мы задумаемся на самом деле. Вы знаете, я ощущаю действительно сильное присутствие Божье, присутствие Духа Святого на этом месте. И Библия говорит, что Дух Святой, Он утешитель, Дух Святой, Он миротворец, Дух Святой, Он тот, который приносит в нашу жизнь радость. Но так часто почему-то получается, что вроде бы вот Он есть, но это утешение к нам не доходит. А Он говорит, все очень просто, блаженны нищие духом. То есть это нужно просто расположить свое сердце, сказать: Иисус, пусть я умный, пусть я что-то знаю, пусть я что-то понимаю. Пусть у меня даже есть полностью представление о жизни, но я допускаю одну мысль о том, что Ты все же знаешь больше. Я смиряюсь перед Тобой, Господь. Я нуждаюсь в Тебе. Я прошу Тебя, Господь, приди в мое сердце. Войди в мое сердце. Я нуждаюсь в Тебе. Войди в мою жизнь. Давайте просто закройте свои глаза. Поговорите сейчас с Богом. Поговорите с Богом. Расскажите Ему о том, как Он действительно нужен вам. О том, насколько вы нуждаетесь в Нем лично. Лично вы. Не обстоятельства вашей жизни, не ваша семья, не ваши дети, не ваши эмоции даже нуждаются в Нем, а насколько вы лично, вы нуждаетесь в Нем. Дорогой Дух Святой, мы так признательны Тебе, Господь, за то, что сегодня на этом месте есть Ты. Мы пришли сегодня, Господь, в этот воскресный день сюда, не для того, чтобы просто побыть в церкви, не для того, чтобы услышать умную проповедь, нужную проповедь. Господь, мы пришли прежде всего прикоснуться к Тебе. Мы пришли, Господь, для того, чтобы открывать свои сердца для Тебя. Чтобы Ты, Господь, мог войти в это сердце. Войти туда, Господь, и вместе с нами ходить по этой жизни. Чтобы вместе с нами в этом сердце, Господь, Ты мог приходить в наши семьи. Чтобы Ты мог, Господь, прикасаться к нашим родным, близким, к нашим детям. Чтобы, Господь, Ты в этих сердцах, Господь, как в драгоценном сосуде, Отец, мы могли нести Тебя везде по этой жизни. Господь, для этого мы сегодня просто открываем свои сердца для Тебя. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Мы нуждаемся в Тебе, Господь. Даже в этот век, Господь, информационных технологий, когда мы знаем уже все, когда Google знает все обо всех, Господь, мы нуждаемся в Тебе.
Потому что Господь ни глаз человеческий, ни разум человеческий не способен понять, кто есть ты на самом деле. Господь, все поисковые системы мира вместе не способны исследовать и понять любовь, Господь, которая на кресте, Господь, ты умер за нас. Мы так нуждаемся сегодня в тебе. Мы нуждаемся, Господь, чтобы этой любовью, этой же самой любовью, Господь, которую ты возлюбил мир, чтобы ты наполнил наши сердца, чтобы ею мы могли поделиться, Господь, со своими семьями. Именно ею, не своей любовью, Господь, не своей любовью, Господь, которая раздавливает иногда в объятиях, не своей любовью, Господь, которая уничтожает иногда, а твоей любовью, Господь, настоящей любовью, чтобы мы могли прикоснуться, мы открываем свои сердца для тебя, мой Бог. Иисус, мы нуждаемся в тебе. Мы нуждаемся в тебе, Господь, больше, чем в твоей жизни. Иисус, Иисус, Иисус. Ты самый близкий, ты самый желанный, Господь, ты самый чудный. На этой земле, Господь, нет никого, Господь, кто действительно был бы таким, как ты. Кто был бы таким настоящим, кто был бы таким живым. Кто был бы таким верным, Господь, и любящим. Сегодня, Господь, из сердца человека уходило эхо, Господь, оставалась Твоя любовь. Твоя любовь, Господь, которая способна понять, простить и покрыть, Господь. Жизнь я отдаю. Иисус.
сейчас вы проверяли просто свое сердце. Если у вас не получается по-настоящему вот так вот просто прийти к Богу, просто прийти к Нему, прийти к своему небесному Отцу, открыть свое сердце и осознавать, знать, что любовь Божья Духом Святым, она протекает в ваше сердце, она течет туда рекой, она обновляет и исцеляет, она восстанавливает, она вновь приносит надежду. Она приносит надежду там, где ее не может даже быть по определению. Если вы чувствуете, что между вами и Богом стоит вот эта какая-то стена, стена вашего собственного мнения, может быть, это стена греха, может быть, это стена обид или непрощения, может быть, это стена ваших собственных представлений, убеждений, вот, друзья, поверьте, это не стоит того, чтобы закрыть свое сердце от этой реки Духа Святого, обновляющей, чудной, славной, дивной реки Духа Святого, которая способна убрать всякие преграды, которая способна сделать даже самое черствое сердце мягким, которая способна даже самых непримиримых врагов соединять свою любовью. Бог способен, друзья, изменить собственную правду жизни. Он способен, Он родился для этого мира. Он родился для того, чтобы невозможное для человека стало возможным. Сердце, проверяйте свое сердце сейчас. Если у вас не получается, если ваше сердце закрыто, друзья, вы теряете самое важное в жизни. Вы теряете самое главное, самое ценное в этой жизни. То, важнее чего не может быть просто на этой земле. Нельзя, чтобы Рождество нашего Господа Иисуса, оно прошло мимо вас. Чтобы Рождество Иисуса, оно не нашло этот отклик в сердце человека. Сердце мое, люблю тебя, душою моей, люблю тебя, всей жизнью моей, Спаситель. Уберите свои традиционные религиозные представления о том, каким должен быть Бог. Друзья, Он такой, какой Он есть. Закройте свои глаза, просто обратитесь к Нему. Поговорите с Ним о своей боли, о своих проблемах, о своих обидах, о своих непрощениях. Откройте свое сердце для Него. Бог здесь для того, чтобы исцелить и навсегда, раз и навсегда избавить от этого зла. Люблю тебя всей жизнью. Не будьте простым наблюдателем сейчас. Не будьте наблюдателем о том, что